Что нужно знать о первой фазе диеты Дюкана? Принципы диеты. Как действует диета Дюкана? Во-первых, за счет снижения уровня углеводов, поступающих в организм. Во-вторых, уменьшение потребления жиров. Преобладание белковой пищи благоприятно сказывается на мышечных волокнах, которые не теряют своей массы при прохождении диеты. А минимизация жиров и углеводов заставляет организм сжигать накопившиеся лишние килограммы. Любая продолжительная диета проходит в несколько этапов, чтобы все системы человека привыкли к новому пищевому поведению. Этапы: атака, круиз, консолидация, стабилизация. Если верить отзывам о диете Дюкана, то атака дается всех труднее. Почему так происходит? Ответ довольно прост. Рацион первого этапа в основном чистый белок. И если до этого вы увлекались тортиками, то пищеварительная система будет бунтовать. Однако именно эта фаза является наиболее значимой для перестроения и отклика на диету всего организма в целом. Она самая короткая, но самая важная для подтверждения конечных результатов. Определить количество дней для той или иной фазы можно благодаря специальным калькуляторам. Внеся несколько параметров, расчет покажет индивидуальный график похудения, продолжительность каждого этапа в отдельности и диеты в целом. Максимальное число дней на первую фазу – 10, и это чаще касается тех людей, чей избыточный вес от 30 кг и более. Чем меньше лишних килограмм, тем меньше дней отводится на первую фазу, благодаря большому количеству рецептов для фазы атака. Диеты Дюкана можно разнообразить свое меню, снизив риск срыва. Чем атаковать? Приступая к диете, может показаться, что белковые дни довольно однообразны, но следует рекомендациям автора, который выделяет 72 протеиновых продукта, вы поймете, что атаковать можно очень разнообразно. Также для большего насыщения обязательным является употребление отрубей. Это чистая клетчатка, которая помогает не только заполнить желудок, но и ему правильно усваивать пищу. К разрешенным продуктам в период атаки на диете Дюкана относятся нежирное мясо, куры, индейка, крольчатина, телятина, говядина, субпродукты, печень, легкое, почки, сердце, язык, нежирные сорта рыбы, консервы в собственном соку без добавления масла. Не возбраняется копченая рыба, дары моря, любые моллюски, морская капуста, яйца, в которых белок не ограничен, а желток не более 1-2 в сутки. Обезжиренная молочная продукция, творог, сметана, кефир, йогурт, сыры, молоко. Согласитесь, что список довольно велик. Чтобы иметь полное представление о продуктах диеты Дюкана для атаки, необходимо воспользоваться таблицей. В ней отражены ингредиенты и их совместимость с каждой фазой. Давайте посмотрим на таблицу. Группа продуктов, разрешенные, запрещенные, способ приготовления. Важно не только правильно составлять продуктное меню, но и соблюдать питьевой режим. От сладких напитков и соков необходимо отказаться, а предпочтение отдать отварам, травам, чаям, чистой воде. Несколько слов о других этапах. Вы уже знаете, что атака является главной во всем процессе похудения. Она заводит процесс избавление от лишнего веса. Чем же отличны от нее другие фазы? Круиз и в диете Дюкана начинается сразу после атаки, заключается
в чередовании белковых и белково-овощных длится до достижения желаемого веса. Консолидация или закрепление. Здесь важно соблюсти точный расчет длительности фазы. 10 дней диеты на каждый потребляемый килограмм. Потеряли 5 килограмм, закрепление 50 дней. На этом этапе в рацион добавляются фрукты и овощи. Можно кушать ежедневно. Стабилизация. Будет правильнее назвать этот этап образом новой жизни. Чтобы вес никогда не вернулся, кушаем все, устраиваем белковый четверг, занимаемся кардио. Вы уже поняли, что диета Дюкана не пара недель. Тогда какое же меню составлять на каждый день, особенно на этапе атаки? Блюда для первой фазы диеты. Итак, нам известно, что первая фаза может длиться до 10 дней. И на протяжении этого времени в пищу употребляются только белковые продукты. Мы также знаем, что сам автор диеты выделяет 72 протеиновых продукта. Как же их чередовать, чтобы рацион не был однообразен? Оговоримся, что для придания вкуса пищи допускается добавление специй и соли, однако это должно быть в умеренных количествах и в соответствии с таблицами, данными подходящими под режим атаки. Напомним о том, что диета Дюкана имеет специальный калькулятор, где нужно рассчитать количество дней на первый этап, поставив свой вес, рост в соответствии ячейки. Распишем примерный недельный рацион. Первый день. Омлет на молоке, кофе, куриный бульон, травяной чай, запеченная рыба, кефир малой жирности. Второй день. Каша на молоке из отрубей, чай, отварная говядина, ромашковый чай, котлеты из индейки, приготовленные на пару или в духовке, питьевой обезжиренный йогурт. Третий день. Яйца вареные, белок без ограничений, желток 1-2 штуки, кофе без сахара, наггетсы куриные, запанированные в овсяных отрубях, чай зеленый, омлет с красной рыбой, кефир. Четвертый день. Паровые сырники, молоко, пирог, лимонник, питьевой нежирный йогурт, оладьи из овсяных отрубей, компот из ягод годжи. Пятый день. Лепешка из овсяных отрубей с нежирной ветчиной, чай из листьев смородины, уха, мятный чай, салат из рыбных консервов с луком, с яйцом, отвар шиповника. Шестой день. Омлет с ветчиной, чай или кофе, запеченный говяжий стейк, чай лимонный с мелиссой, отварные креветки, белый или зеленый чай. Седьмой день. Омлет с сыром, чай или кофе, оладьи из куриной печени, имбирный чай, тушеное мясо кролика с травами, кефирный напиток. Придуманная господином Дюкан диета совершенно не голодная и не однообразная, а примерное меню на 7 дней для фазы атака поможет быть таким, как представлено выше. И в заключении можно добавить. Подытожим все, о чем изложено в данной статье. Диета Дюкана – процесс длительный, начинающийся с атаки и заканчивающийся стабилизацией, которую стоит придерживаться всю жизнь. Главными на диете являются соблюдение питьевого режима не менее 2 литров воды и других напитков, в основном травяные чаи. Обязательно клетчатка, 2 ложки овсяных отрубей, которые преимущественно добавляют в блюдо. Выбирать безжиренные способы приготовления блюд, варка, тушение. Брать продукты из таблицы в строгом соответствии с фазой диеты. Не останавливаться на достигнутом, не исключать физические нагрузки. Теперь, зная все принципы диеты Дюкана, особенности самого сложного начального этапа атаки и имея на вооружении меню на неделю, вам будет легко отправиться в путь к фигуре мечты. Давайте посмотрим еще раз таблицу.
соблюдайте диету Дюкана и худейте. На сегодня все. Подписывайтесь на наш канал. Всего доброго и до новых встреч!